В России задумали выдавать ипотеку под 0,1%. С 1 января 2020 года в России должен заработать льготный режим для жителей сельской местности. Соответствующие программы готовят две организации – Россельхозбанк и Сбербанк. В рамках проекта бюджета сумма на льготную ипотеку уже зафиксирована, поэтому специалисты ожидают, что с января следующего года смогут запустить этот продукт. Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться государством до уровня в 3% годовых. При этом регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по сельской ипотеке, снижая ее до 0,1%.